Начинаем с вами изготовление зайца. Этот заяц хорош тем, что он может быть абсолютно любого цвета, сделан из любой шерсти, он все равно будет красивый и очаровательный. У меня есть белая шерсть, не шерсть, неважно, полотно. Я связала, отпарила. Нужен квадрат или чуть-чуть вытянутый квадрат, то есть прямоугольник, неровный. У меня он чуть-чуть вытянут. Главное, чтобы он был вытянут в длину, а не в ширину, иначе у нас будет толстый заяц. Толстый заяц нам не нужен. У меня примерно тут 90 рядов и 46 петель. Небольшой заяц. И уши. Уши в основании 15 петель, а дальше через каждые 4 ряда убавка. Причем нижний ряд сделан так. Сначала выдвинуты петли через одну провязаны, потом все остальные поставлены работы для того, чтобы можно было легко ухо затянуть. Такие длинные заячьи уши. Их можно было и не отпаривать, тогда бы они лучше держали форму. Но отпарила, значит, будем пользоваться такими. Так, с ушами все. Самое главное в этом зайце сделать правильную разметку. Размечаем ноги. Ноги и голову. Мерим половину. Считаем это задней частью. Вот будем здесь мерить. Сложили пополам, поставили меточку. Можно нарисовать на изнанке, только на изнанке. Можно заколоть булавочку, как угодно. Здесь половина, а здесь треть. Складываем так, чтобы была треть. Здесь короткие лапки. И отмечаем эту нашу треть. Вот здесь изнанка. Вот она. Чуть на лице не нарисовала. Так, теперь рисуем голову. Подходящие в размер у меня нашлась только соль. Вот соль буду обводить. Может, у вас найдется что-то другое. Ставлю. Вот чуть выше края. И просто обвожу эту голову зайчью. Так, чтобы было видно. Ну, в принципе, видно. Потому что здесь я сейчас просто возьму, прошью, все. Сшивать будем руками. Можно на машинке, можно руками, можно ниткой, можно крючком, как угодно. Я буду сшивать иголкой через край. Думаю, что это не суть, как важно. Вот по этому моему обведенному контуру. Я сейчас простой нитью, самой простой белой ниткой, прошью через, вот так вот, простыми стежками, чтобы можно было эту голову стянуть. Потом берем нитку, прошиваем по нарисованному тоненькими стежочками, оставляем хвосты с двух сторон для стягивания. Вот я прошиваю просто обычными стежками, вставляю здесь хвостик по контуру головы. Дошиваю до конца, вставляю нитку. Так, теперь это я стяну потом. Теперь мне нужна нитка, которой я буду зашивать лапки. Лапки я буду зашивать пряжей, которую вязала. Сейчас достану иголку и будем размечать. Размечаем зайца. Сначала шьем передние лапки. Вот где у нас голова. Вот наша треть отмечена. Загибаем уголок. Уголок. Так, чтобы ровненько легло. Вот здесь моя нога. Закалываю. И закалываю с этой стороны. Вот это до метки я должна сшить. Точно так же я должна сшить вот эту часть. Закалываю. Вот перо. Складываю уголок. Ничего не натягивая, так чтобы ровно легло. Изнанкой кверху, естественно, потому что швы здесь будут. До моей 1/3. Я должна сшить. Любым удобным способом. На машинке, руками, иголкой, как угодно. Это не важно. Вот эти вот два шва. Сейчас мы сошьем.
Сшили передние лапки, теперь сшиваем задние. Вот моя середина. Точно так же. Складываем здесь, потом складываем здесь. Получается два вот таких вот треугольничка. Мы их должны заколоть. Вот моя отметка. Аккуратно складываю сначала в одну сторону, закалываю и зашиваю вот до сюда. Потом от этого же места я закалываю вот этот свободный уголок. Точно так же. Получается вот так, такие вот уголки. Угол здесь, угол здесь. Это задние ножки. Зашиваю их вот здесь по краю. Получается вот такой вот. Выворачиваем все это на правую сторону. Аккуратненько все это сейчас выворачиваем. И делаем голову. Так. Теперь берем мои эти веревочки, завязки. И затягиваем. Получается голова. Завяжу. Сейчас мы ее набьем как следует. Материалом набивным и зашьем. Потом будем пришивать уши. Так, набивать буду зайца холофайбером подушечным. У меня его много, потому что я увлекалась другими рукоделиями. Им и воспользуюсь. Как раз для набивки самый замечательный материал. Эластичный и в то же время очень податливый такой. Набиваем, набиваем, набиваем. Конечно, голову лучше сделать побольше. Даже не больше 1/3, а просто больше, более вытянутой к центру. Вот такую, чтобы побольше была голова. Мы ее сейчас набьем. Она станет большой. Может быть и достаточной для нашего зайца. Так, набиваем и зашиваем вот эту вот дырку, через которую набивали. Вот. Получается круглая голова. Аккуратно прячем все эти швы. Сейчас зашиваем. Вот зашитая голова. Здесь мы будем оформлять нос, глазки. Хотя она чуть-чуть вытянутая. Теперь набиваем тем же холофайбером лапки и пузико. Набиваем и зашиваем его, этого зайца. Все. Так, пришиваем уши. Ухо просто затянуть шов так вот в затянутом виде, подложить и пришить к голове, лишнюю нитку отрезать, получается уши. Хвост любой, можно связать полосочку ткани, можно квадратик связать, затянуть шарик, можно помпон лучше всего делать на вилке, просто к попе вот так пришить. И привязать. Так, теперь помпон привязан. Получился хвост. Лишнее просто отрезать. Такой пушистый хвост. Теперь вот эти вот ножки. Ножки просто подшить к брюшку. Получается сидящий заяц. Пришиваем к брюху ножки. Пришиваем ушко. Оформляем мордочку, глазки, носик.
Получается совершенно очаровательный заяц. Из самого простого квадратика. Вот практически готовый заяц. Вот пару советов еще по изготовлению. Нужно уши не надо отпаривать, они тогда лучше стоят. Отпаренные уши, они как-то заваливаются. Так они лучше загибаются и топорщатся. И по поводу головы. Голову лучше делать не круглую, а все-таки овальную, больше на туловище заходить. Тогда она будет, ну, относительно попы не такой маленькой. Вот, теперь осталось оформить физиономию, усатую и любопытную. Но тут уж каждый за себя, у кого на что хватит фантазии. Здесь я уже вам не помогу ничем. Вот так. Вот это основа зайца, на котором можно рисовать все что угодно, любые эмоции.